Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и прошли, проходят эти праздники, посвященные женскому дню 8 марта. Если честно, я его, этот праздник, не люблю. Он какой-то, мне кажется, надуманный, надутый и мало имеет общего с любовью к женщинам, к женщине отдельной. Потому что 8 марта, по сути, и все его традиции должны быть у каждой женщины каждый день, а не только раз в году. Тем более с воспоминанием о каких-то там ткачихах, которые, или кто там бастовал и, значит, боролся за женские права. Поэтому я и никогда не отмечаю 8 марта и не люблю даже поздравлений в этот день. Я считаю, что каждый день женщину нужно любить, поздравлять, холить, лелеять и дарить ей подарки. Маленькие, большие, всяко разные. Сегодня хочу вам прочесть стихотворение, вернее, подборку стихов, можно так сказать, даже маленькую поэмку, написанную давно, в 2005 году, и вот сложившийся в такой небольшой цикл «От тебя до меня». Я ступаю по кромке облака, как по крынке скользит с молоком зацепившаяся соломинка. Я иду босиком, босиком, по вселенской несусь окраине. Голубые ручьи звенят натяжением страсти Каина. От меня и к тебе назад. Ты же чувствуешь, расстояния между нами сегодня нет. Это облако без сознания, миллионы минувших лет. Привези мне покрывало из своих далеких мест. Эта тундра нагадала нам с тобою звездный крест, чтоб под северным сиянием, там, где спит полярный круг, сократились расстояния между сопками разлук. Я уеду на весенней колеснице, пусть по следу не бегут пургою дни. Эта жизнь нам только снится, а на крыльях теплой птицы. Я уеду за тобой на край земли. Привези мне ожерелье из брусники и морожки, привези чудные трели перелетных журавлей, чтобы солнце янтарями опустилось нам в ладошки, зашнуруем расстояние белой вьюгой тополей. Привези себя побольше, чтоб хватило на рассветы, чтоб запомнил ты надольше этот танец наших рук, чтоб в тебя вкачало лето столько солнечного света, чтоб его с лихвой хватило растопить ваш чертов круг. Я вечеру пришла сказать спасибо и перестый, как на ночь поцелуй, послать туда, где ледяные глыбы распахивают грудь под ветродуй. Я буду рядом у твоей постели, на ушко прошепчу тебе «люблю», и этой немудреной колыбельной тебя, мой ненаглядный, усыплю. И не покину там, за пеннокрылым полетом, где таятся чудеса. Я буду даже в снах с моим любимым, и даже после, там, на небесах. А вот финал этого небольшого такого, значит, посвящения любви, финалом служит текст, который, в общем-то, был положен на музыку автором-исполнителем, музыкантом, композитором Игорем Южаниным из Ростова-на-Дону. К сожалению, Игоря уже нет с нами, но песни его живы, в том числе и песни на мои стихи. Я вам прочту это стихотворение, а в описании к ролику дам ссылочку на эту песню в исполнении Игоря Южанина. «Когда же ты позовешь? И эта хрупкая тень, весны незваный гаврош, в сердцах окрепнет. Ведь ты и я видим ложь, и буквы, чувствуя дрожь, слагают слоги в словах не так, неверно.
Опять звенят хрустали, опять не спится. Там далеко от земли идут дожди, и мы в погоне с тобой за звездной птицей дрейфуем на льдинах своей любви. Зима листает в сердцах наш календарь на двоих. Там столько дней в месяцах, не сосчитаешь. А небо чувствует страх, и зодиак в торопях роняет кляксы от слез, и смыслы тают. Опять звенят хрустали, и звезды в ссоре. Там далеко от земли идут дожди, а мы дрейфуем на льдах в холодном море в погоне за птицей своей любви. Вы слушали небольшую поэмку, написанную мной в далеком 2005 году, которая называется «От тебя до меня». До следующих встреч, дорогие друзья!